Станция «Без границ Kids». Национальное телевидение Чувашии запускает новый сезон танцевального проекта. В минувшие выходные в торговом центре «Мадагаскар» прошел первый этап кастинга. О том, как это было, Юлия Важенина. Они хорошо чувствуют музыку, ритмично двигаются и не представляют свою жизнь без танцев. Кто-то из них, несомненно, станет победителем проекта «Танцы без границ Kids». Талантливые дети Чебоксар собрались в торговом центре «Мадагаскар», чтобы показать, на что они способны, и побороться за главный приз проекта – путевку в Star Dance Camp for Kids – танцевальный лагерь России на Черном море. Вика Иванова в свои 12 лет смело может говорить, что танцует уже полжизни, но в танцевальном проекте участвуют впервые. Я люблю двигаться под музыку, и я начала заниматься танцами с самого детства. Мне очень нравится делать всякие раздвижения и в стиле хип-хоп и уличный танц. На кастинг Вика пришла вместе с мамой. Она верит в успех своей дочери и всячески ее поддерживает. Хотим попытать себя, свои возможности, испробовать. Потому что танцуем уже давно. То есть, ну, конечно, пришли вообще спонтанно, увидели, что вот такое мероприятие. Ну, без подготовки, я думаю, она справится. Если ты всю жизнь мечтал стать звездой сцены, не упусти свой шанс. Приходи на следующий кастинг. Мы ждем тебя в среду, 20 сентября в 17 часов в студии «Танца Джем». Лучшие выступления увидят все зрители национального телевидения Чувашии. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Расиль Мухамедов, Арена Гавелян, Республика.